История Могилевского государственного университета имени Аркадия Александровича Кулешова насчитывает уже более 100 лет. В 2018 году он отметит 105-летие со дня основания. Университет знаменит своими традициями и прежде всего людьми, сыгравшими огромную роль в его становлении и развитии. Об одном из них, главном герое фильма, мы сейчас и поговорим. А назовем наш фильм именно так. «Игорь. Сильный родной землей». Начнем с самого начала и предоставим слово нашему герою. Игорь Александрович Марзалюк, доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент Национальной академии наук Беларуси, председатель постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. А мне пошанцило народиться в одном из самых пригожих, с моего пункта глядзення, Мясцин Могилевской области, в Краснопольском районе. 11 вересня 1968 года раницей у роддоме Краснополе я народился. Была одна речь, якая мне, как я люблю жартом казать своим студентам, роднить со знакомитым владаром Полоцкой земли Всеславом Брачеславовичем Чародеем. Я народился у Кашуля, як и он, в Амнионе. Дзяцінства мое прошло у Краснопольском районе. Батьки у хуткім часам выехали с Краснополья у вёску Глініца, зараз это вёска Леніна, бо там атрымали работу, атрымали житло, кватэру. Батька неўзабаве стаў директором школы. Я, колькі себе памятаю, я памятаю его директором. Батька мой заканчивал, як и мама, наш Могилёвский державный педагогічны институт. Спочатку учился на историко-географичной факультете, потом сходил в Збройные силы СССР. После историко-географичной факультета уже не было, а был гистфак. Заканчивал гистфак. Мама закончила факультет физики и математики. Она наставник физики и математики. И там я закончил золотым медалем Ленинскую среднюю школу в 1985 году. Дзяцінства проходило в вельми маляўнічых мясцінах. Але гэта радзіма, моя малая радзіма бацькаўшчына, на якой я вырас па маці, Магілёўшчына і Краснапольшчына. Дзед Марзалюк Іван Васильевич для мяне быў больш, чым проста дзед. Гэта быў чалавек, якога вельмі любіў, паважаў. Ён прайшоў вайну, кавалер ордэна славы трэцяй ступені. І для мяне і Магілёўшчына, і Мінчына аднолькава дарагія любае сэрцу, таму што 2-3 месяцы улетку я завсёды проводил у Столбцовском районе Минской области. Так я рос, так я сталел. Самая любимая для меня была справа, самое любимое хобби и захопление – это читание книг. Я был записан аж у 5 библиотеках, 2 краснопольских, так само 3 там вязковых. Ездил, собирал книжки, что называется, сетками, авоськами. Был всеядный. Аднолькава добра вучыўся, як любіў як гуманітарныя дысцыпліны, так і дакладныя. Калі казаць, ну, я ведаў, прынамсі, я ўзор вельмі ранняй прафесійнай арыентацыі. Я ўжо 6 гадоў ведаў, кім я буду. На гэта ўплываў бацька, на гэта ўплывала бібліятэка ў хаце. Разам з тым, акрамя гісторыі,
Я вельми любил физику, вельми любил математику, вельми любил астрономию, биологию надзвычай моцно любил, особливо той раздел, які раздел биологии, як микробиология. С одного боку, я марю про, недолго, правда, некалькі месяцев, я задумываюся, может быть, мне стать хирургом, потому что я вельми любил анатомию и физиологию так само. Але неяк, с другого боку, была другая такая, такое захопление, як лесная справа, думаю, может быть, телесником, телесничим. Але гэта такія завіхрэнні 7-8 класа, потым яны прайшлі. 1985 год, залатым медалём я скончыў школу, і наступны этап сталення ўжо быў звязаны непасрэдна 17 год са сцянамі Магілёўскага дзяржаўнага педагагічнага інстытута. Следующая страница из жизни нашего героя – Могилевский государственный университет имени Аркадия Кулешова. Об этом подробнее. Я хочу потлумачить, что такое тады было поступить на историчный факультет Могилевского державного педагогического института. Набирали только две группы, по 25 человек, только бюджетные места. Конкурс был шаленый, зашкаливал. Калі вы не отслужили в узброеных силах, калі вы не были мэтавіками, не атрымалі мэтавага накіравання, то шансы у вас для того поступить, трэба было сдать три экзамены на выдатна, у нашым выпадку три пятёрки, потому что была пятибальная система, и четвёртый на добра, на четыре. Я был медалист, у меня была преференция, але мне необходимо было подтвердить золотую медаль и сдать на выдатна экзамен по истории СССР. Что и отбылося? І так адбылося маё знаёмства адным з самых блізкіх мне па духу, па навуцы прафесароў майго любімага тады пединститута, зараз універсітэта, чалавека, з якім я пазней буду рабіць у тым ліку і супольныя навуковыя праекты. Першую выдатную адзнаку мне паставіў пры паступленні глыбока паважаны мной прафесар, доктар гістарычных навук, археолаг, як і я, Яков Григорович Рыер. А сейчас несколько искренних и добрых слов от самого преподавателя, Якова Григорьевича Риера. Ну что ж, вот как-то неожиданно и обнаружилось, что Игорь Александрович переходит в другую категорию. Это еще не 60-летние, но уже какой-то первый этап есть. Поскольку я его помню еще момент поступления абитуриентом. Он этот момент тоже хорошо помнит, мы с ним недавно его тоже вспоминали, как он отвечал. У него один из вопросов был что-то про гражданскую войну. И вот он первый, пока что единственный абитуриент, которого я принял экзамен, он вспомнил художественную литературу. Он нашел их, опирался. Для нас это было это с нашей второй коллегой, которая принимала. Для нас это было как-то непривычно, что вот он вспомнил литературу. То есть это действительно был какой-то уровень. И постепенно отвечая, он, так сказать, разошелся, вошел во вкус, даже приставал и размахивал руками, рассказывая, обосновывая, пытался нас в чем-то убедить, хотя мы с ним не спорили. То есть ответ был, он запомнился, и безукоризненно на отличную оценку, тогда это была пятерка, подготовленный, главное, вот это то, что он в будущем пронес через всю свою научную карьеру, это вот такая междисциплинарная связь. Вот там, тогда была история и художественная литература. Я с ним стал уже сталкиваться, когда он уже после окончания работал в реставрационных мастерских, кажется, так они назывались, вот, занимался археологией, а потом он к нам пришел на работу, и вот там мы уже с ним стали общаться буквально регулярно, поскольку, во-первых, у нас оказались очень сходные представления об историческом процессе, историческом развитии. Нам было интересно поболтать даже на отвлеченные темы. И, кроме того, вот он мне показывал свои материалы диссертации. Тем более у нас и тут было похоже, потому что я когда-то занимался средневековыми древностями Могилевщины, и он средневековым Могилевым. Очень активно, очень много ездил, собрал массу документов, и его докторская уже действительно стала серьезной работой в белорусской историографии. У нас научные связи, вот уже, наверное, второе десятилетие мы с ним совместно работаем. Он в своей тематике, я в своей, но это совместные проекты, результатами которых были и мои книжки, и его. Таким учеником действительно можно гордиться. И таким образом вот я поздравляю Игоря Александровича с достижением определенного периода зрелости,
пусть ему этот успех светит еще и в дальнейшем. После того, коли мне поставили выдатную отзнаку, и я зразумел, что я залеченный, щиро скажу, что больше счастливого человека, чем я, на той момент, мне так сдавалось, на планете Земля нема. А мне вельми пошанцевало на выкладчиков, которые меня учили. На той момент это была блескучая плеяда людей. Анатолий Борисович Кузнецов, який читав нам історію Усходніх Слов'ян, історію Росії до Петровського часу. Блискучий випускник Московського державного університету. Він запомнився свою першу лекцію, він читав нам першу лекцію. Я до сьогоднішнього дня пам'ятаю його фразу. Є дві спеціальності, які нельга випустити недовуками. Гэта наставник і гэта доктор. Доктор, врач, заб'є чоловіка, а наставник скалечить його на всю життя. Менавіта Анатолій Борисович прищапляв для нас смак до читання монографій, наукової літератури, а не тільки до подручника і до курсу лекцій. Я був би абсолютно невдячним вучнем, коли б не пригадав Вячеслава Федоровича Копытіна, археолога, чоловіка, який читав нам блискуче старожитний усход і археологію, як археологію СССР, так і археологію тоді БССР. Його жінку з її блискучими лекціями по старожитній античності Копытіну Галину Григорівну, яку ми любили, боялися і поважали. Необхідно так само пригадати історію КПСС. У нас було два блискучих лектора. Одним з них був ректор Бондаренко, і були, вже, на жаль, нема з нами чоловік, загадчик кафедри на історії КПСС Лисенко. Це були блискучі лекції, які було приємно послухати. А ще була Маргарита Григорівна, яка блискуче читала історію Росії. Я вже не кажу, яке захоплення викликали лекції нашого незмінного декана на протягу 30 років Петра Фроловича Дмитрачкова. Його брошуру по абсолютизму петровському і про прикмети петровського абсолютизму, і що таке абсолютна влада, і чим вона відрізняється від попередніх форм монархії, я до сьогоднішнього дня пам'ятаю. З перших днів привучали, що ми корпорація, що ми гістфак. До речі, першу свою сатисфакцію наукову я заклав ще до армії, до війська. Саме смішне, що робота, яка мені принесла диплом першої ступені на республіки і другій на СССР, була робота, присвячена бакінському комісару Якову Давидовичу Зєвіну. Вона була не по археології. І потім вона взяла два такі гонорових місця. Я ще навіть премію отримав грошову. Але я не можу не пригадати добрим словом чоловіка, якого вже нема. Не можу не пригадати Григора Лещенка, тому що Лещенка навчив нас, мені принаймні, навчив читати худкопіс білоруський. Ну і було б неправда і несправедливості, коли б нельга було пригадати і Якова Трощенка, якого на сьогоднішній день, Якова Івановича, якого на сьогоднішній день вже так само з нами нема, був чоловік з особистим путом глядження на всі проблеми історичного процесу, який вчив нас неординарно мислити. І ми билися за монографії, билися за книги. Нам хотілося продемонструвати на семінарських занятках нашим професорам і доцентам, що ми читали не тільки конспект лекцій і не тільки подручник, але й читали монографічні дослідження. Це перша річ, яка нас, скажімо так, істотно відрознювала, як мені здається. І закони Хамурапі, і руська правда, ми ведали амаль на зубок. Считається, що кожен настоящий мужчина обязан отдать долг своей родине, пройти службу в армии. Об этом периоде жизни героя и пойдет речь далее. Я народился 11 вересня по тогочасных законах. Коли тебе 18 стукнуло в осень, не забирали, не разрывали год, давали закончить еще один курс. Тому я пошел не после первого курса, а после другого курса. У 1987 році почався довгий двухгодовий період, який так само принес мені колосальний досвід, який я згадую з вдячністю, це служба в Збройних силах СССР. Що стосується служби в Збройних силах? Мені пошанцевало двічі. Я попав у самую страшную, самую статутную, самую жорсткой дисциплиной на той момент і самой жорсткой муштрой в учебку, яку тільки можна було уявити.
Я потрапил знакомитые на весь Советский Союз печи, где все было выровнено, вылизано, вычищено, где с раницы до ночи солдат мусил займаться чем-нибудь. Я потрапил у ту участку, где рыхтовали танкистов. Я механик-водитель Т-72. И после того, как я скончил учебку, я потрапил в Уруча, та у 120-ю знакомитую особную бригаду, и потрапил не просто у танковое подразделение, потрапил в разведбат. Тому мне два дня, якія отзначаю, вот один вот уже, скажем, отзначил напередодні юбилея, это день танкиста, и гэта день военного разведчика, это 5 листопада, тому что гоняли у нас усіх у полной отповедности с тыми статутами, с тыми потребованиями, якія предъявлялись к разведподразделениям. До сегодняшнего дня заплющенными вачыма разберу автомат. Служба была вельми цікавая и вельми корыстная для здоровья. 10 километров каждый день – это был той мацион, без якого наши айцы-командиры не являли наших сталевых мускулов и все остальное. Я был 46-м по мере, але после армии, несколько годов, я не ведал, что такое простудное захворывание. Мне вельми добрую службу сослужила история КПСС. Приехала проверка с Академии Генерального штаба СССР. Наша разведрота, как и все остальные роты разведбата, бездокорно отстрелялись, отводились. Боевая подрыхтовка была не проблема, але был самый страшный звер. Это была политподрыхтовка. Инспектор был с Академии Генерального штаба, кандидат исторических наук. Ну, я выступал опошним. Часу рыхтовать свой билет мне не было як. Но я ж вельми добро конспектовал у тым лику першой крыницы, у тым лику Владимира Ильича Ленина. Ну, коли я почал цитовать на память вызначение Ленина, что такое империализм, и перелічивать прикметы, полковник, який примав экзамен, со здивлением стал уважливо слухать, потом не вытримал, подошел, снял один из томов и проверил цитату. А после этого, ну, коли он переконался, что там до коски все было правильно, я отримал один и выдатную отзнаку за это, але справа не выдатные отзнаки. Я выдатно и отстрелял, и отводил, и все было хорошо. Я отримал самое великое счастье для солдата, якому засталося, якому уже зачитали загад об его звольнении. Я звольнился спецнабором. С бригады, сярод первых 10 человек, которые были первыми звольнены в 1989 году, был звольнен я. И первое, что я сделал, я пришел на лекцию. Пришел на родный, милый моему сердцу, исторический факультет. Опытный преподаватель, заслуженный ученый, известен не только своими интересными занятиями, важными открытиями, но прежде всего своими успешными учениками. Первое наше знакомство с Игорем Александровичем состоялось еще на первом курсе. Поступило предложение поехать на раскопки. Это было незабываемо. Мы Игоря Александровича сразу увидели энергичным, очень сильным и волевым человеком. В память очень сильно врезалось, когда мы проводили разведки, промозглый дождь. И тогда он сказал: «Нордический ветер закаляет нордическое сердце». По этому принципу мы живем и до сих пор. За годы учебы все студенты с опаской, с большой опаской относились к Игорю Александровичу. До той самой поры, пока не узнавали, что он по-настоящему добрейшей души человек. И уже позже, в нашей студенческой среде, мы называли Игоря Александровича папой. Честно вам скажу, если бы не его характер, если бы его не методы как руководителя и как наставника, я думаю, не защищались бы мы так быстро, с такими темпами. С Игорем Александровичем я знаком уже более 8 лет. Игорь Александрович является очень волевым человеком. Именно благодаря ему я втянулся в археологию. Если первоначально желания заниматься наукой на первом курсе не было, то к концу первого курса работы с Игорем Александровичем меня втянула данная стезя, и уже со второго курса я занимаюсь археологией не только в рамках практик. Игорь Александрович является двигателем, который заставляет двигаться дальше. Сейчас я уже аспирант, третий год обучения. Сам по себе как человек Игорь Александрович, он вечный двигатель. Он двигает
науку, двигает людей, которые его окружают, и не позволяет им остановиться никогда. И надеюсь, что в будущем будет делать так же. Игорь Александрович всегда стремился нам помочь, всегда дать слова напутствия и просто помочь по-человечески. Вот это вот главное качество не только как ученого, но и как и человека. Всегда помочь своим студентам не только в учебе, но и в жизни, или дать какой-либо ценный совет. За это Игорю Александровичу огромное спасибо и хочу поздравить его с юбилеем, чтобы было много счастья в жизни, успеха, благополучия и чтобы все было хорошо. Я вельми счастливый человек в науце еще и тому, что у меня есть моя науковая школа. На сегодняшний день у меня оборонено 6 кандидатов наук. Я керую и кандидатскими диссертациями, и консультую людей, которые працуют над докторскими диссертациями. Сподяюсь, что в худким часе колькость обороненных людей повеличится, не хочу загадывать, но думаю, что самое менее еще до конца этого года я выведу на оборону еще 2 своих вельми талиновитых перспективных аспирантов. Что я хочу сказать? Я, звичайно, не кажу аспиранты, я кажу в учени. Бывает, что кажу мои дети. Коли казать про занятки наукой и про имкнение связать свой лёс с науковой карьерой, то это жадание прошнулось вельми рано. И первое, что я зарабил, первое, как только стал студентом, я пришел у археологичную лабораторию, в археологичный музей, где пановал дух, скажем, археологии каменного века, где главным над усими этими дивосными речами был Вячеслав Федорович Капытин. На это поуплывали книги, в первую очередь книги Михася Чернявского и Михася Ткачева, ведомых авторитетных белорусских археологов, и я хотел заниматься археологией. Что тычется моего шляху дальнейшего в науку? Тут был еще один вельми важный для меня экономичный аспект. С 89 года я подпрацовывал, учился стационарно и працевал в реставрационной фирме. Я написал кандидатскую диссертацию под керавництвом наставника моих наставников, скажем так, того же самого Якова Григорьевича, Георгия Васильевича Штыхов. Он вельми истотно поуплывал на меня, и я был счастливый, что он меня взял в аспиранты, что я под его керавництвом оборонил кандидатскую диссертацию. Ну и, безумовно, я не могу не пригадать добрым словом моего наставника и в истории, и в житті. Это, конечно, человек Николай Стефанович Сташкевич, колоссальнейшим чином поуплывал на мою науковую карьеру. Але мне вельми пошанцевало. Мне пошанцевало в университете, и мне вельми пошанцевало в Минску, пошанцевало на этих людей. И одну, и другую диссертацию я оборонил в Институте истории Национальной академии наук. И я вельми гонорюся, что так отрымалось, что я в минулом году, в 49 год, стал член-корреспондентом Национальной академии наук, першим по спеціальності археологія за всю історію Національної академії наук. Гэта було б немагчыма без той роботи, без тих намаганняў, тих висілкаў, без той праці, якую уклалі ў мене гэтыя добрыя, вялікія людзі, імёны якіх я згадаў. Наш герой состоялся как профессионал своего дела, преподаватель, ученый. Но нужно сказать и о том, и это характеризует нашего героя, что он состоялся еще и как семьянин. Это надежный муж и отличный отец. Для меня самый главный рухавик, то, что мне дало возможность так поспехово робить профессийную карьеру, это, безумовно, моя жонка и это мой сын. За каждым талиновитым мужчином стоит гениальная женщина. Моя жонка, она гениальная, как женщина. До речи, я с ней познакомился подчас раскопок курганного могильника Избище в Лагойском районе. В 89-м годе, когда я поехал лаборантом на раскопки одразу после Узброенных сил. Без ее, без ее подтримки, без ее разумения усих этих речев, я сегодня не был бы таким, каким я сегодня есть. Ну а сын, мой сын, ну в принципе я тут буду банальный, как любой батька. Дети – это религия батьков. Я вельми гонорюся тем, что он покуль что мне, ему 16 год, покуль что не подводит. И колоссальная отказность на выховании дитяти, и не только хлопчика, лежит на батьку. Але коли сын, то батька повинен быть эталоном и узором ставления и до мати, и до семьи,
и до родимы. Я стараюсь завсёды выховывать своего сына мужчиной. Так вот, без семьи нема державы, который народ, это наш род по великому рахунку. И вот менавіта гэтым было обумовлено мое имкнение нечто зарабить не только для себе особисто, как для ученого, не только для своей семьи и для той супольности, имя якой Республика Беларусь. И тому менавіта я, заходячи из гэтых своих установок, и пошел в политику, потому что я ганаруся тем, что я спричинился и до указа, подрыхтовки указа президентского об умацаванні отказности за захование археологических каштовностей, археологических артефактов, что я, будучи сенатором у пятом скликанні, істотно приклав руку до кодекса об культуре, який на сьогоднішній день з'являється законом дійним. Ганаруся і тим, що з'являюся розпрацовщиком, одним з розпрацовщиков нової концепції соціально-гуманітарних ведов. Бо самое главное, что есть, это наша адукация, это наши мозги, это наша наука, это наша культура. Вот это три главных складника мы должны умацовывать, развивать, и на базе их было, это как раз три могутных драйвера, которые могут вывести Беларусь у лидеры сярод інших краинов нашей великой сусветной супольности. Я в этом глубоко перакананы. Я завсёды отстаиваю гэты пункт гледжання и імкнуся с уликом того, что я могилёвский. Той забег, про який, в яким я удельничал на карысь Быховского замка, так само не просто символичная акция. Я могу сёння с гонором сказать, что мы зарабили усё махчимое и немахчимое зацікаўленными людьми у Совете Министров, и на сегодняшний день Быховский замок уключены у инвестиционную программу Республики Беларусь. И ён стане нашим миром и нашим несвежим на усходе. А что бы ни было, як бы ни отбывалось в дальнейшем, але я усё ж завсёды буду баранить усіми фібрами своей души, усім своим сердцем тое великое, тое важное, без чего я не уявляю своего існавання, имя к чему Республика Беларусь. И я буду завсёды баранить гэта. Як політик, як вучений, як педагог, як дослідчик. Наш фільм підходит к своєму завершенню. О многом ще можна було би розказати. Но не менее важная и значимая страница жизни нашего героя ще впереди. И наповнить їх новими событиями, новими свершеннями и открытиями йому поможе сила его родной земли. Кто такие мерзолюк? Кто такие мерзолюк? Люди пытаются. Кто такие мерзолюк? Люди пытаются. Люди пытаюсь, кто такие мерзолюки. Я откажу на гэтае пытанне. Подбита грунт Ігор Саныч из вёскі Краснопольского району. Скончил там же мясцовую школу. Вышэйшую адукацию отрымал у Куляшова. После две диссертации баранил по Могилёву. Доктор, профессор и узорный семьянин. Его имя на дошке гонор. Он выбитный сын своей краины. Плённо працуя на корысть народу. У славного своего отрымал шмат подяк и узнагород. Молодым навуковцам бараніцца допомог. Он знакомитый дзеяч своей айчыны и далёка вядомы поза межами краины. Калі вам гэтай информации недостаткова, тады слухайте далі, бо не скончыліся словы. Ён вышел з народу, сам зрабіў сабе імя. Я, мы голосуем за мерзолюка. Ён вышел з народу, сам зрабіў сабе імя. Я, мы голосуем за мерзолюка.